Во Всемирный день казачества в Димитровграде открылась православная казачья выставка-ярмарка «Православная станица». Экспозиция начала свою работу с водосвятного молебна, по окончании которого епископ Меликеский и чердаклинский Диодор благословил всех присутствующих, а также пожелал, чтобы благое дело увенчалось добрым успехом, и каждый, кто придет на выставку, получил в первую очередь духовное утешение. Целью которого является привлечение внимания общественности нашего города к общественным казачьим объединениям, чтобы это наше мероприятие, наше благое дело увенчалось добрым успехом. И все, кто придет на эту выставку, получили в первую очередь и духовное утешение, и что-то приобрели здесь для себя, и в плане материальном, чтобы тоже радовало их и утешало в обычной повседневной земной жизни. Посетить православную выставку – это значит познакомиться с монастырями и храмами со всей России, заказать молебны и оставить стребу у самых разных святынь. Центральными святынями стали икона Божьей Матери Донской и ковчег с мощами великомученика Авраамия Болгарского, для поклонения которым ежегодно съезжаются тысячи паломников со всей России. Сегодня уникальная возможность приобщения к святыне появилась и у жителей Димитровграда. В течение всех дней выставки «Православная станица» проходила культурно-просветительская программа. Это и беседы о казачьих традициях, особенностях казачьей песни, о тесной взаимосвязи с православной церковью, а также проповеди на самые актуальные христианские темы. На выставке была представлена презентация о духовной жизни нашего города Димитровграда. На презентации представители трех храмов рассказали об истории своего храма, о духовенстве, о деятельности храма и воскресной школы. Это очень важно в настоящее время, потому что мы очень много говорим о возрождении духовности среди подрастающего поколения, в первую очередь. И очень важно, что это все происходит с армейским казачеством, которое является основой для развития данного направления.